В Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова знаменательное событие. Художественному руководителю театра и режиссеру многих известных постановок Валерию Яковлеву исполнилось 75 лет. В свой юбилей он открыл фестиваль спектаклей, который продлится до конца месяца. Поздравить Валерия Яковлева пришли почитатели его таланта, коллеги по театральному цеху, представители творческой интеллигенции и, конечно же, зрители. В школьные годы Валерий Яковлев любил участвовать в театрализованных сценках и постановках. Детское увлечение превратилось в профессию. Его имя знают, уважают и ценят не только в Чувашии, но и далеко за пределами республики. Вы знаете, вот те спектакли, которые ставились и ставятся Валерием Николаевичем, они очень понятны и очень доступны зрителю. Почему их он зритель любит и почему на них люди ходят, почему на них аншлаги? Потому что человек, который глубоко понимает жизнь, глубоко понимает философию чувашского народа, мироощущение, миропонимание вообще целого народа, присущий Валерию Николаевичу. И он это вот посредством своего таланта, посредством мастерства артистов, он передает нам. Стараниями народного артиста СССР и РСФСР Валерия Яковлева в репертуаре театра появились более 90 постановок различных стилей и жанров. Награды, звания и достижения лауреата Государственной премии Российской Федерации, Чувашской Республики можно перечислять бесконечно. Открылся фестиваль комедии Анатолия Чебанова «Проскикинями внукня Вландарать», разумеется, в постановке юбиляра. На протяжении юбилейного фестиваля на сцене будут сыграны уже известные и полюбившиеся зрителю спектакли. Драма «Ялда», мелодрама «Вишсейрдеща Каиксем», комедия «Юрадуба Кван» и другие. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика.